вам, Жора, дорога! Здоров, сынок, здорово! И что, никак не изменился, а как был стариком дебилом, так и остался. Рок-н-ролл forever! Блядь, нахуй ты меня сюда привел? Это что за хуй? Это мой сын, папа. Это мой внук? Я ваш внук, да, дед. А чего ты похож на пи***? Стиль журавля. Блин, а чё так я? Как пошёл-то? Вообще ничего не взял. Ни хил не взял, вообще ничего не взял. Чаты, вы молчите, блин. Тупо нормально в рейд вышел. Вообще ни хрена не взял. Зачем-то сюр взял с собой. Непонятно зачем вообще. Санка 226. Ну, потому что как бы игра помнит, кому эти ключи нужны. Да ну нахрен, не знаю, неужели я двоих убил? Ху-ху! Двадцать восьмой уровень, кого нахрен? Какой 28-й, братуха? Я тебя вообще не почувствовал, ено, блин. Дима, пиздец. Это пиздец, да. Не делай так. Что за звук? Этот бот бессмертный у меня. Очень много дверей открыто. Разумел. Он взобрали. Куда он заскерился? Помни, ты мой брат. Если тебя здесь кто-то будет обижать, не обижайся. Боже. А почему? А как? А почему он не умер? Че за прикол? Ты еще жив, любимый? Позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги за ее малый рост, но трогать ее не моги за ее малый рост, малый рост.
Может, ты пойдешь нахрен с такой стрельбой, дядя? Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out. Брат, куда убежал? Братишка? Брат, не хилься. Братишка, проголодался, наверное. Я тебе покушать принес. И на третий день Бог создал Ремингтон со скользящим затвором. Чтоб человек стрелял в динозавров и гомосексуалистов. Аминь. Да забей, боже. Хрена он мне фликанул. Так. Ни не получается. Hello? I'm a scav. I'm a friendly scav. Just trying to loot. А я-то не скав, брат. Я, говорит, скав. А чего ты взял, что я скав? Да, такие челы, конечно. Сука, скаф? Ну, дикий, типа. А с чего я не должен за ЧВК убивать диких вообще? Ну, типа, в чем прикол? Бро, I'm friendly, бро. Don't fire, please. You need something? No. Whoa. Bro, I don't need it. Thank you. Take. No. Не. Is that a tiger? Чё сказал? The knife, I mean, the knife. Бро, лучше не заходи нахрен на таможку, я тебя... Просто нахрен уничтожу. А потом вы говорите, ну он же тебе говорил, френдли, чё ты его не убил? Я про тот случай, когда Дикий там что-то мне пытался сказать. Обычно это вот так вот заканчивается, когда ты что-то пытаешься с кем-то поговорить. Этот чел обычно оказывается полным мудаком. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев. Good. Хороший. Bad. Плохой. I'm the guy with главное, the gun. У кого ружье. Моя мама говорила, не женись, сынок, вообще. А не то лишишься в жизни охуительных вещей. Моя мама говорила, лучше по пледям будет и душа.